Кто такая Далила? Как она могла? Не понимаю. Среди них три императрицы. Далила убивала за пару башмаков. И в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Добро пожаловать в Карнаку. Что там за корабль? Ты ж кипера знаешь? Полный рабочий день. Апачий дом. В реестре не числится. Может, новенькие клиенты смогли? Подождем пару дней. Пускай загрузятся своей контрабандой. Они ж за этим тут стоят. А потом устроим обыск. У меня есть приятель гвардеец. Теперь так говорят, еще и ловят кого-то. И потрясти. Старые деньки, когда хоть ужин можно было спокойно приготовить. Я попытаюсь счастье за игрой. А что в тебе? Жуть какая. Зачем маску носишь? Здравствуйте! Боишься, что кто-то узнает? Смешно. Откуда ее? Маску носишь. Боишься, что узнаешь? Этот товар должен был уйти нам. Что нам теперь делать? У нас уже нет денег. Да ты на него... Одинаковые. Все ноете, выпрашиваете что-нибудь. Хоть раз скажи мне правду, ублюдок. Сколько ты за это получишь, Рамос? Майя, ни слова больше. Все достал. Пора его получить. Сучий слезняк. Твоя маска не понравится гвардейцу. У меня что, забот мало? Теперь говорят, еще и ловят кого-то. Поймите меня правильно. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Здесь? Платить штраф и успокоиться. Пока что тут уже ругаться? Подпольный рынок. Здесь торгуют оружием и снаряжением. Которые по приказу бывшей императрицы Эмили Полгуна организовал... Эй, ты! Пойди сюда. Вводятся новые ограничения. У меня есть кое-что для тебя. На улицах Карнаки всех иноземцев и новых... Неужели нас остановит пара трупных ос? Тут все заражено. Не торопиться, не подходить к гнездам и не давать усам впрыснуть яд и отложить яйца. Здорово. Если там пройти, то выйдешь уже со световой стеной. Если ты и правда Thank you.
Удели мне пару минут. В этом месте есть что-то нехорошее. На наклад свисавшие со стен пурпурные и красные ткани. Мерзейший алтарь с догоревшими свечами, некие костяные фигурки и горсть монет. Все это оставили подручные чужого. Подлые чернокнижники, что согбенно бродят в темноте. И чьи лица мы не узнаем более. Чьи голоса нам стали незнакомы. Я вот думаю, на следующую ночь девочку забрали, посадили в железную клетку, например, и бросили в канал. Мы уничтожили скверну, потом поразившую ее, чтобы защитить тех, кто жил рядом с ней. Будет хуже, если знания и материалы разойдутся. Мы крепимся, претерпеваем вопли отступников, лишь бы спасти бесчестное множество душ от страшных мучений, что ждут грешника после смерти. Может, ты и про что мне так не подумать? Аббас не позволит теням бездны накрыть вашу шарманку и обратят ее в свою. Это да. Такие мощные инструменты и защищать надо, как следует. Собирать их в тайне и отправлять только туда. Нет, 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 не могу! Нет, не могу! Они среди вас и станут пожирать все на своем пути, не слишком ли даже нечисто.
сияниями зажжем мы яркий огонь, дабы все прочие не сбились с пути. Очень понимаю, в чем дело. Но этот труп еретика очень важен. Давайте подождем наместника. Когда будет Бир? Сейчас он занят. Сказал, что пришлет кого-нибудь. Может, смотрителя Киндану. А мы пока побудем здесь. Вот он, труп для Минди. Лиэм Бирн, наместник Верховного Смотрителя. Опять гвардейцы. Герцогские шавки.
Деньги или кровь. Каждый заплатит мне все, что причитается. Тоже это квартира алхимика Александрии Гипатии. Я провожу все меньше времени дома. Но того требует работа в Адермире. Жил в старом Лавру один странный маг. Член его был... Но он старался. Может, проведем день и в ботанических садах. Вот как скажет, мол, что-то не так, а мне сразу так неуютно становится. Yeah!